Приветствую вас, Елена. Ну, смотрите, во-первых, мне думается, что вы несколько тревожно относитесь к мужчине, вот, несколько тревожно. Вероятно, слишком много у вас связано с ним надежд, ну, с мужчиной. И, вероятно, вы, ну, в какой-то степени, не знаю, боитесь его потерять. Вот. То есть вы с ним начали взаимодействовать, да, и вы, ну, откровенно там боитесь, что может ничего не получится, опять останется с одна, но оставаться не хотите. Вот. И, соответственно, это все, конечно, вас не может не напрягать, безусловно. Но важно понимать, что мужчина, вот он такой свободный, у него свободные взгляды. Это значит, если человек в какой-то степени свободолюбивый, да, если мужчина свободолюбивый, то, ну, ему не будет приятно и хорошо, да, от того, что вы пытаетесь там его, к примеру, как-то подчинить, да, и сценами ревности, там, допустим, ну, сценами ревности, там, давить, вот. С другой стороны, ну, объективно, ситуация, конечно, неприятно, потому что если он спал с другой женщиной, то, соответственно, ну, кто знает, что там у него, к примеру, по здоровью, да, я имею в виду интимному здоровью, скажем так. Вот это важно и, на мой взгляд, не обращать внимания на это нельзя. Вот. Так что тут, конечно, вам уже самой нужно определить, что конкретно вы не ожидали, да, вот чего конкретно вы не ожидали и что конкретно вам хочется. Вот, то есть именно вот в контексте, наверное, больше от мужчины, чего вам и хочется. Вот. То есть, что мужчина должен, ну, не знаю, по вашему мнению, делать, да, что мужчина там должен, как мужчина, по вашему мнению, должен себя вести, да, в этой ситуации, вот, такого рода. Вот. И, соответственно, это, конечно, нужно как-то поисследовать, на мой взгляд, по крайней мере, поисследовать. Вот. И дальше вы уже, в принципе, вполне будете способны, да, сами сами решить для себя, что делать вам дальше, по сути, и как дальше себя вести. Вот. Но определиться вот с тем,
что вам важно. Ну, вполне реально. На мой взгляд, эта ситуация. Дальше уже из этого исходить, ну, не хотелось бы как-то об этом говорить, но очень важно, чтобы это не было ревностью, да, чтобы это была вот не просто ревность, да, а именно вот ну, такая вот забота, что ли, о себе. Чтобы мужчина, ну, не думал, что вы просто вот его ревнуете, да, и просто пытаетесь его, там, ну, контролировать, потому что это ему, от этого ему будет не по себе. Вот. А в целом, ну, обязательно нужно, конечно, выразить свое отношение к этому, если оно у вас есть, да, то его нужно выразить вообще вне всякого сомнения, потому что, ну, иначе вас это будет просто беспокоить и никуда дальше вы не сможете двигаться. Важно, наверное, чтобы вы как-то вот на свой счет, да, чтобы на свой счет, ну, не воспринимали действия мужчины, то есть, да, он что-то делает, да, он там себя вот так ведет, к примеру, да, то есть он что-то делает, но это к вам не относится, то есть дело здесь не ваше, мой мужчина к вам, ну, грубо говоря, не привык еще, он к вам не привязался. Вот, и очень важно, чтобы, ну, вы отдавали себе в этом отчет. Или хотя бы пытались. Вот, а сейчас, ну, вы действительно можете оттолкнуть от себя, возможно, хорошего человека. Вот. Ну, это опять же исключительно находится все в вашей, ну, компетенции, вашей прерогативе. Исключительно. Вот. Такая вот история, и такой, соответственный ответ. Я могу только надеяться на то, что вам это было полезно, могу только надеяться на то, что вам это было интересно, могу только надеяться на то, что вы сделаете для себя какие-то выводы. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.